Эдуард Латыпов, серебряный призер ультраспринта, который проходит в Алдане. И поделитесь эмоциями сегодняшнего старта. Спасибо. Да, сегодня были прекрасные эмоции, очень классный старт. Вечерняя гонка, очень все атмосферно и красиво. Была динамичная гонка, поэтому очень довольны результатом. Работаем дальше, это только начало сезона. А комментаторы сказали вот несколько раз, что такой формат соревнований единственный в мире. Как вам именно вот такой формат? Ну, соглашусь, да, это действительно единственный в мире формат. Такой именно проводится именно только здесь, в Алдане, но очень короткая дистанция, поэтому все динамично. Для зрителя, я думаю, очень классно смотреть такие гонки. И насколько много силы отнимает вот каждый старт, каждый вот предварительный, полуфинальный? Достаточно есть время отдохнуть между забегами, поэтому мы практически на какую-то часть восстанавливаемся, чтобы выйти более свежими на следующую гонку. И как вы думаете, через примерно какое время будет Россия вернется на международные старты? Сейчас сложно сказать, в любом случае наблюдаем, смотрим, как это будет все происходить на международной арене, и надеюсь, что в скором времени мы сможем поехать на международный старт. А вот отсутствие международных стартов насколько сильно отражается на результатах? Ну, естественно, нет такого, той практики международной, поэтому немножко засиживаемся здесь, поэтому, ну, в любом случае мы готовимся, тренируемся, спаррингуемся с ребятами. Это достаточно сильная сборная, поэтому в любом случае мы готовы, но когда нету такой международной практики долгое время, в любом случае мы скажем негативно. Ну, поздравляю еще раз с вторым местом и желаем дальнейших успехов. Спасибо.